В большинстве городов нашей страны уже открыт велосезон. Но если для одних крутить педали – это лишь занятие спортом, то для других – способ передвижения. Впрочем, в обоих случаях для велосипедистов важно одно – безопасный маршрут. Одна из популярных в Твери велотроп появилась совсем недавно, но уже пользуется у населения популярностью. Она ведет к любимому месту отдыха горожан – карьерам, что в деревне Старая Константиновка, и была благоустроена при поддержке депутатов Тверской городской думы. Летом большинство горожан тянется отдыхать к воде. Многие ездят купаться и загорать на карьер в Старую Константиновку. Особенно активные добираются до места на велосипеде. Сократить путь можно лесной велотропой, которая начинается от улицы Туплева и ведет через рощу прямо к деревне. Ее протяженность около 2,5 километра. В целом велотропа служит не только отдыхающим, но и местным жителям, в том числе и пешеходам. Не все велосипедисты ездят по дорогам общего пользования. Кому-то удобно это делать в более спокойной обстановке. А тем более, если здесь лес, там у нас дома чуть дальше, многоэтажные стоят. Чуть дальше еще и СНТ различные. Тоже многие добираются своим ходом на велосипеде. Маршрут был разработан в 2021 году. Через год силами волонтеров с привлечением внебюджетных средств провели первичное благоустройство. До самого наступления зимы владельцы двухколесного транспорта пользовались маршрутом. И вот едва сошел снег, велосипедисты открыли сезон. И тропу вновь опробовали активисты клуба «Велотверь», которые в свое время и выступили инициаторами ее создания, и депутаты городской думы, поддержавшие идею. В 2022 году произведена расчистка зеленых насаждений, было проведено несколько субботников с участием местных жителей. В обе стороны были повешены знаки. И через два ручья были сделаны мостки, которые весной и осенью и в случае дождя позволяют, собственно говоря, пересекать поверхность. Также вдоль всего пути стволы деревьев окрашены люминесцентной краской, чтобы велопутники не заблудились в темное время суток, а в начале и в конце дорожки установлены стенды со схемой. Предложение разработать близ Твери прогулочные маршруты для любителей активного отдыха поддержал депутат Государственной думы Владимир Васильев. Как отмечает председатель Постоянного комитета по молодежной политике, вопросам культуры и спорта Тверской городской думы Ян Барышев, велоструктура в нашем городе в последние годы, пусть не так быстро, но развивается. С каждым годом все больше людей у нас пересаживаются на велосипеды. И со своей стороны город, да, очень много делает для этого движения. Для велодорожки у нас очень много появились. Да, у нас есть в Южном велодорожка, здесь велодорожка с улиц Веселова и почти до вагонзавода, где прекрасно люди у нас катаются. Есть велотропы, которые можно доехать до карьер. Безусловно, это радует. И мы в этом районе, конечно, хотим двигаться. В этом году велотропа, ведущая карьером, вновь будет доработана. Кроме того, планируется продлить данный маршрут вплоть до села Саватьево. План уже разработан. Осталось провести работы по благоустройству.